Бизнесмены Омской области презентовали свою деятельность в сфере молодежного предпринимательства. В финале регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». 27 октября владельцы собственного дела боролись за победу в номинациях «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес», «Личный вклад» и «Открытие года». Победа в каждой из номинаций – это денежное вознаграждение и право представлять наш регион на всероссийском уровне. С одной стороны, дать возможность предпринимателям показать себя, завести новые контакты, коммуникации, как минимум познакомиться друг с другом. Вот. А второе, страна должна знать своих героев. То есть общество, власть должны видеть, что есть активные предприниматели, которые готовы развивать свой бизнес на благо социально-экономического развития Омской области. Во-первых, хочется рассказать о себе, это самую первую очередь, и о своих каких-то личных достижениях, которые были достигнуты в процессе занятий именно предпринимательством и каким идеям и каким проектам пришли за это время. Представить свой проект «Семейный клуб, детский сад Happy Baby», рассказать о нем на конкурсе, ну и, конечно, победить. Я считаю, что это прекрасный способ популяризировать наш Крутинский район и фермерство, потому что молодежь, как бы, я вижу, не очень так относится к фермерству, как к популярной деятельности, что все прям хотят. Я вижу, что надо его популяризировать, чтобы люди видели в этом другое, надо как бы что-то повернуть, что ли, мышление молодежи, чтобы они видели, как бы на меня смотрят и говорят: а ты не скажешь, что ты занимаешься сельским хозяйством. Как бы, это не важно, что чем ты занимаешься, главное, что здесь. Танцевальная студия, корпоративная футбольная лига, производство молочной продукции, пиар-агентство. Охват сфер молодежного предпринимательства впечатляет. По результатам выступлений жюри конкурса определило победителей. Елизавета Сухостав, Евгений Долгошеев, Софья Лобова и Денис Зайцев в декабре отправятся в Москву, где расскажут о своем бизнесе уже столичным экспертам. С 2016 года Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области реализует федеральную программу «Ты предприниматель». Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» состоялся в Омске во второй раз.